Всем доброго утра. Кто нас здесь ждет? Наши котики, которые выросли. Уже как месяц приехали мы в Эмираты. Добрались до Украины, были в Кракове. Показали вам много чудесных видео. А наши котейки выросли. Да, помню, оставляли им водичку здесь. Сейчас вам покажу все видео. Покажу видео, как мы нашли странную остановку, которых полно в нашем Ляне. Покажем видео, как мы прошляпили в наш выход из автобуса. Ну, в общем, маленькие кусочки нашего отъезда отсюда летом, когда мы не знали еще, доберемся мы, как нас подведет Визеер, как мы пойдем в крутой Мариот, заболеем, но в конце концов мы доберемся в Украину и обнимем наших близких. Голос подсел чуть-чуть. Студенты, тренировки, плавание. Все остальные виды спорта. В общем, всем добра. Показываю наши кусочки отъезда на родину. Вот так, вот они все. Мы уезжаем, но нужно же оставить малышаткам водичку. Наташа сегодня на панду похожа, она прям с патчами вышла. Знаешь, что я буду? Надо сейчас налить туда воды, чтобы оно столько не выливалось. Сейчас налить воды. А, ну вот, короче, наши малышатки. И мы им оставляем водичку, потому что жарко. Сверху, посмотри. Сейчас оно все завалится. Вот дурное. Надо кирпичи, что ли, поставить там? Не, не знаю. А что кирпичи? Если завалит, у них воды не будет тогда. Ну, по-моему, он видит свое отражение, играется. Мне нравится вот этого серенько-беленького, у него наносятся такие две черные плямочки. Посмотри. Он же бульки идут, и он не понимает, что. Боже, как ему интересно. Смотри. Мне интересно, мне самому интересно. Вот такие у нас малыши чудесные. Так просто. Вот эта игрушка. Ой, сейчас завалит еще на серенького. Малой, ты же не вали. Ну что вы так играетесь? Да, вот такое небочко у нас. Помните, про бурю видео было уже, да. Вот сейчас Наташа решила добавить котикам водички. Да, черный, он самый такой вот смелый, как кошка. Вроде бомбончики там звенят, то есть он кот. И вот сейчас мы... Такая поилочка нам друзья дали. Спасибо большое. Это у нас дверь. Дверь так хлопает иногда, что можно обкакаться, простите. А вот таких диких котят уже приучили, они уже знают, что мы их кормим, знают, что мы ничего плохого им не сделаем. Вот. Все равно вода идет, да? И наблюдаем за бульками. Ну давай подождем, значит, пару часов до отъезда еще подождем. Ну просто она влезет. Ну это лучше, чем ничего. Я что-то думала, что она наберется, и вот по мере она набралась, все, вода не поступает. Ну смысл же его такой. Потом, когда вода испарилась, все равно подойдет. А сейчас что? Ты тоже похожа на котика с этими патчами. Ждем автобуса в Иляне на остановочке. Сейчас вам отдалю даже. Вот какая остановочка. Такого не было. Поставили классный. Что там говоришь? Парень Леха отдыхает? Да, Лех сидит, лежит. Ну ничего, молодец, все. Если вам видно, Леха отдыхает. Сейчас вам прикол покажем, какая неумная остановочка на самом деле. Наташ, смотрите, как кто-то под углом сделал. Это присядь, ужас, пожалуйста. Ужас. Ты вот стоишь, типа, должен держаться. Ну ты раз такой и поехал. Капец. Вообще, кто так планирует? Что за скамейка такая? И не поставишь и ничего, в принципе. Нет, так это специально сделано. Чтобы не лежали, да? Инженерия. А ну покажи, что мы прикупили. О, слушай, молодец, давай. Что мы купили? А мы были в магазине, прикольном магазине, он арабские сладости. Вон. Арабские сладости. Здесь кофе стоит адекватную цену, реально. Как бы, не надо. Показывай, что Карифором смотри. Да, вот. Такая баночка стоит 20 дирхам. И так. Вкуснейший турецкий кофе Мехмед Эфенди 15 дирхам. И мы набрали тут прилично, просто не знаю. И здесь, а и здесь. Шоколадки у меня в рюкзаке. Еще купили пару шоколадок. И какой-то чаек еще. Так. Вот так. И привет. Сейчас уже где-то 46, да? А градусов. Маски до сих пор нельзя снимать. Да. Какой-то автобус едет, сейчас посмотрим. Может, наш автобус уже едет. Неизвестно.
900. Сейчас, 3, по-моему, наш. О, 903. Нет, вот зараза. Ты что, может, почекаем или поедем? Поедем? Ну, не знаю. Поехали там пройти, нет? Все, идем на автобус. Народ, прикиньте, как красиво, конечно. Скажи, Наташ, убрали остановку, мы проехали просто пару километров. И нам идти по жаре 46, возвращаться сейчас вот туда вот. А между прочим, мне кажется, что оттуда, и чтобы мы там вышли, что здесь. Ну, там, мне кажется, поменьше, да, поменьше было бы идти. Нам немножко другой автобус подходил. То давайте полюбуемся, какая красота. Вон здание полиции, кстати, его нельзя снимать. Снимаешь? А, я случайно его сняла. Солнце бьет в объектив. Но как же классно сейчас. 5:30. И так просто поливается вся зелень. Аж не верю. Это же какой-то иней будто. У меня такое впечатление, что здесь иней. Красота какая. Давайте снимаем. За нами полиция проехала, я успела одеть маску, потому что у нас снова типа маска. Я снимала так, потом раз и дело. Полиция едет, полиция. Полиция едет, шухер-шухер. Ну вот такой прикол. Все, выключаюсь. Полиция проехала, все нормально. Сейчас мы идем вон наш парк. Далековато прям. Сейчас покажу вам снова, если не показывала, как растут финички. Ой, ладно, не буду заходить. Да, в таких сеточках. Красота какая. Плохо видно, потому что против солнца, но красивенько что так. Что ты знаешь, на душе? Хуяпость. Так есть себе, да? Нет, мне не наподобляется. Вот біля нас великі, дуже великі. Але вони ще не дозріли. Вот по такой зелени, почти в теньке, плюс 46. Возвращаемся домой с покупками. Вот Наташа, а вот наши бедствия. Ну, как не совсем бедствия, котята. Уже на посту. Чем запах такого свежего говнеца, или мне кажется. Фух. Ну, а что, нет? Ну, вон котики там сидят, малышатки. Надо все выливать. Блин, реально, а кто накакал? Котики, я не понял. Нет, это не... А да ну нет. Кто там? О, вся компания, да, ей. Надо снимаю. О, а шипеть вы когда будете? Я люблю, когда они шипят. Где ж? Ай, какие мы стрёмные. Попой вылезли. Оп. Рыжий стоит лапой. Где рыжий? Да, там, где рыжий? Мордаха. Мордаха. Кто там? Кто там? Оп. Ай, и снова, ой, застрял попой, попеть застряет. Там, посмотри, и смотрят. Нычка, нычка. Чувствуешь себя в руках? Да.